Так, выключаем комментарии. Меня пока никто не смотрит. Конечно, я же здесь. Меня смотрит 3 человека. О, класс. Фух, что за... Ну еще пару минут, я скажу всем привет. Так, ну ладно. Будем начинать. Всем привет, я Кирилл Зиман. Сейчас я буду рисовать портрет. Вот там слева сидит Варя, моя сестра, она согласилась попозировать. Я буду ее рисовать и что-то по ходу рассказывать. А в конце, с минут 40 я порисую, а после этого я расскажу немножко про курс, про портретный курс, который начнется в воскресенье, и отвечу на вопросы, если у вас какие-то будут вопросы. Вот, пока я отключил комментарии, чтобы они не закрывали картинку, а потом я их включу, когда я дорисую, и вы сможете писать свои вопросы в комментарии, а я буду на них отвечать. Вот. Так, теперь я разворачиваю камеру. Да. Класс. Мой телефон, чтобы я видел время. Спасибо. Так, я начну просто с карандашного портрета, а потом может, я разгонюсь и сделаю что-то еще. Вот. Хорошо. Вот первое, что может это не видно, что я делаю, но с чего хорошо начинать портреты или вообще любое рисование, это со смотрения. То есть какое-то время я просто смотрю и замечаю. Да, то есть я не сразу бросаюсь рисовать, а сначала смотрю, что я вижу. И первое, на что хорошо посмотреть в рисовании портрета, это на силуэт. Чем он интересен и чем он отличается от схемы. То есть обычно это часто начинает просто с овала, да, типа рисует вот такое яйцо, там потом находит какие-то оси. Вот. И проблема этого подхода, что это очень отвлечено от того, что мы видим. Получается рисование по воображению. А лучше начать не со схемы, а просто вот с того, что я сейчас вижу.
И тут удобство такого карандашного рисования, такого полулинейного, полуштрихового, в том, что я не могу не намечать сразу что-то конкретное, а постепенно его проявляете из каких-то отметок, засечек портрета. Это важно в рисовании любой формы, но, наверное, в портрете это особенно красиво. А, вот эта большая взаимосвязь всей формы. И поэтому, когда я рисую, я не перерисовываю там сначала одну часть и постепенно двигаюсь к другой, а всегда смотрю там, я рисую нос, смотрю на затылок, там, подбородок, смотрю, не знаю, на макушку, шею, смотрю на ухо. То есть всегда... Смотрю, как она соотносится друг с другом. Да и основная идея всех портретных упражнений, которые будут на курсе и которые вообще, наверное, встречаются в простой школе, что портрет это не лицо плюс что-то еще, там, плюс неинтересное дополнение в виде там затылка, волос, а что портрет это вся форма вообще, на которой, среди прочего, есть лицо. И красота как раз в большом объеме. Вот, из-за того, что часто портрет рисуется как лицо плюс какое-то неинтересное дополнение, он так и выглядит, что есть лицо, которое как бы приклеено к голове. Или вот так, что нарисовано лицо, а потом вся остальная голова нарисована в другом повороте. Так что не чувствуется этой связи, что это одна большая форма, которая вся что имеет свои закономерности, которая там вся собрана и смотрит в одну сторону.
Вот, а чтобы была связь, кроме того, что мы все время соотносится, пока я рисую, есть еще вот эти линии, которые проходят насквозь и вокруг, как например, линия воротника, которую вот я тут запускаю, а потом она вылезает с этой стороны и показывает этот обхват шеи. Вот. И также волосы очень хорошо работают, всякие пряди, которые уходят туда и показывают, что у человека еще есть затылок. Эту тему особенно, наверное, сложно сделать и в то же время интересно, поэтому, когда мы рисуем профиль, надо показать, что рисунок не заканчивается силуэтом, а заворачивается до силуэта. И все детали в подрезе, в общем-то, нужны и выбираются, исходя из того, какие детали показывают форму. Особенно это наглядно, опять же, в волосах. Волос очень много, не у всех, но бывает, да, очень много волос. И как выбрать, какие нарисовать, какие пропустить. И хороший подход рисовать те, которые показывают форму головы. Вот. Но это касается и того, что на лице происходит. Там бровь я отмечу тоже, чтобы показать, как форма заворачивается в глазницу. Вот еще есть интересная тема с носом. Часто нос рисует только эту часть и не обращает внимания на то, что у него есть вот это расстояние. То есть, что нос очень выступающая часть лица. И значит, это пропускают, и тогда глаз рисуется вот здесь. Значит, глаз заезжает на нос. Вот, это прямо. Наверное, самая распространенная ошибка в рисовании портрета. Вот. И чтобы этого не было, очень удобно вообще нос начинать не с этой линии, не к самой такой выдающейся, и, там, не с ноздрей, а вот с этой линии. С линии, по которой он переходит в щеку или ставится на лицо. То есть можно представить, что носа нет, и тогда вот это была бы ровная поверхность от скулы до скулы. Вот. А есть, получается, две линии, по которым нос как бы выступает вперед. И глаз никогда не начнется раньше, чем эти линии. Поэтому удобно. Да, я ставлю вот эту линию, а потом я уже буду сажать тут глаз,
так, чтобы он был в своей глазнице и не залезал на нос. Вот, а чтобы понять, где эта линия, потому что это не довольно-таки, ну, если об этом не думать много, то сначала кажется странным. Да, то есть тут крыло носа, и если я поднимаю от нее линию более-менее вертикальную, то как раз это и есть это основание носа. Так что если вы не знаете, не видите, где там форма выворачивает, и вас смущают там мягкие линии носогубных складок и вообще мягкое круглое лицо. А если вам кажется, там нет никаких жестких поворотов, а все круглое, вот, то просто поднимайте эту линию, потому что нос у всех торчит. Вот. И то же самое вот с глазом, это тоже интересная тема. А, и что глаз? Ну, в глазу, наверное, самое важное, что он сидит там в глазнице, и вот эти точки, есть вот это место, где скуловой отросток у брови, есть вот это место у носа, и есть простите, пришлось отвлечься. Я говорил про глаз. Вот это место есть. Костяная часть носа. И вот тут скула. И эти три места, они задают глазницу. И они все больше торчат, больше выступают, чем глаз. Глаз всегда сидит там в глубине. Да? Даже там века, которая нависает. И она все равно сидит глубже, чем бровь. И поэтому когда мы делаем тон, то глаз никогда не будет активнее, чем вот эти точки. И с этим местом забавно то, что я не знаю, сколько лет я преподавал, я столько лет говорил, что глаз должен сидеть в глазнице, и никогда не думал про это. А только это и осенью я понял про вот эти выступающие точки, а глаз сидит там. И, ну, это, наверное, не очень понятно, но это было, как это сказать, ну, такое серьезное открытие.
92 и чуть сюда. О, и просмотреть прямо какое-то время. Вот еще немножко про губы. Очень часто губы, ну, рисуются вот как-то вот так, видите? Когда их просто обводят по периметру, еще он меня жестко закрашивает. Но для каких случаев это подходит, но если это такой, не знаю, мягкий, реалистичный портрет, то это выглядит очень грубо. Если внимательно посмотреть, то границы цвета, да, где губы там где-то розовые, а потом они перестают быть розовыми, они не всегда совпадают с границами или с поворотами формы. Вот. И поэтому делать жесткие линии по всему периметру губ не оправданно. Акценты могут быть, ну, обычно вот это здесь, где эта кромка, и, например, вот здесь. И сам разрез рта можно более активно делать. Вот, но всю губу обводить не стоит. И еще это так, потому что под губой всегда лучше понимать вот всю вот эту часть, а не только розовую часть. Да? И тогда получается, что это все одна форма. И вы рисуете не только цвет, а вообще как она постепенно поворачивает. Вот. Вот еще немножко про ухо. Ухо вообще довольно-таки сложная штука, и сложная, и интересная, и красивая. Самая частая ошибка с ухом такая, что все очень усердно красят темноту внутри уха и совершенно упускают из вида рельеф и выпуклость. Вот. А сами в ухе важно не то, что вот там темно, а то, что вот эта часть выступает вперед. Что вот эта часть, которая называется завиток, она нависает. И потом там
углубляется туда. Вот. А, и там потом вот эта часть выступает. И вообще все ухо, да, если вот идет щека как-то так, там направление скулы туда к уху, то само ухо оттопыривается. Вот, у кого-то больше, у кого-то меньше, но всегда оттопыривается. И вот это важно. И поэтому такой рельефный способ нарисовать ухо – это не закрашивать внутри, даже если там черно, а наоборот нажать вот на выступающих частях, а внутрь то, что внутри, отпустить. И если разобраться именно с рельефом уха, его становится гораздо проще и интереснее рисовать, чем когда вы просто пытаетесь рисовать светлые и темные пятнышки внутри. Вот, можно было бы закрашивать там все волосы, чтобы показать, какие они темные, как они к коже относятся, только более живописный подход использовать, но мне, если честно, обычно это просто лень делать так много красить, и поэтому я даю акценты на краях, там где волосы начинаются, я показываю, что они темные, а внутрь отпускаю, и по-моему, это создает ощущение темноты при меньших затратах. Вот там также с рубашкой. И еще про одно конструктивное место, которое я очень люблю, вот, на лбу. Есть такие два, как шарика, вот эти лобные бугры. Они у кого-то более ярко выражены, у кого-то меньше, но по ним очень удобно показывать сам разворот всей головы. Мы находим, где они, и это показывает, куда вся форма повернута. И удобно показывать поворот формы черепа. То есть вот если лоб более вертикально поднимается вверх, то когда появляются эти бугры, форму поворачивают уже туда, и потом дальше еще сильнее, да, и уже получается макушка. Вот если эти места пропускать, то получается такой бесконечный, ну, просто бесконечный лоб, который куда-то уходит до линии силуэта, а потом уже заворачивается туда. Да, то есть пропускается целая поверхность головы, верхняя. И получается, что просто голова отсюда до сюда идет бесконечно вертикально вверх. В камере так красиво. У меня еще есть какое-то время на рисование. Я этот портрет оставлю и сделаю еще в другой технике. Можешь немножко размяться. Это нужно чуть больше вернуться туда. Или может, ну, чуть среднее там. Так, например. Вот.
Я сделаю рисунок, чисто линейный рисунок линером. И это упражнение будет на курсе, когда мы рисуем только линии и ничего не исправляем. То есть как линия как провели, так она и останется, даже если она неправильная. Вот. Если к этому нет привычки, сначала может казаться, что это очень неудобно, трудно и страшно, но потом, если войти во вкус, оказывается, это один из самых удобных способов рисовать. У меня так стало, что там линер и линейный рисунок — это такой способ рисовать по умолчанию. Если я не знаю, как мне рисовать, я, скорее всего, буду рисовать так. И это самый хороший способ просто изучить форму. Хотя, конечно, есть риск, и он велик, что получится там что-то неточно, некрасиво. Сейчас я уже вижу, что я немножко промазал вот в это расстояние. Ну, как раз интересно, во-первых, видеть ошибки. Я провел линию и вижу, что она неправильная. И не бросаюсь сразу ее исправлять. И не провожу 10 линий, которые вроде более-менее точные, но не, там, не на 100%. И интересный вот этот навык смотреть на пустые места между деталями. Я там рисую нос и смотрю, а сколько между носом и затылком, или там между носом и скулой. И там я не простраиваю все эти пустоты, а замечаю, как-то замечаю их, да? Или где-то я буду ставить вот эти засечки, чтобы тоже как-то разметить форму. И когда нет возможности исправить, приходится что-то выдумывать. Да? Я провел линию, я там не хотел, чтобы было такое черное веко, но у меня уже нет шансов ничего с этим сделать. И поэтому я буду теперь думать, как мне с этим жить. Вот, ну иногда получается так, что то, что меня бесит, у меня получилось, не то, что я хотел, я расстроился. Потом оказывается, что это очень
Удачная ошибка. Ну, а может быть и нет. Скажи, гарантии, что все ошибки будут интересными, тоже нет, но уметь дело с ошибками, это здорово. Хотя иногда нужно просто поправить ошибку. И тут хороший способ, тоже если мы рисуем просто линии, и какая-то линия пошла не так, да и тогда я, ну там не хочется, но я вижу, я ухо поставил, и, наверное, затылка можно еще чуть добавить. И тогда я не буду, как тоже есть такая частая привычка, провести 10 линий по одному месту, а я, наверное, проведу еще одну линию там, где теперь я вижу, этот затылок нужен. В вот этих дополнительных линиях тоже есть иногда свой плюс. А тут у меня есть три версии затылка. И, наверное, третья. Сейчас, мне кажется, более самый точный. Но эти уже линии становятся каким-то таким-то тоном и каким-то пятном, который форму туда заворачивает. Все это тоже можно использовать. Вот еще интересный, скорее, конструктивно интересное место в портрете, это как шея ставится. Вот, и тут тоже есть распространенная ошибка, когда мы думаем, что ну, контакт шея-плечи устроен вот так, что вот есть плечи, а вот есть шея, они сверху стоит. Вот. На деле это выглядит так, что есть плечи и есть шея, которая ставится спереди. Да, и поэтому, если шея попала так, ну, во-первых, всегда хорошо шею рисовать, если это портрет, да? А если шея попала так, что мы видим, где она ставится, то вот это место, хотя сейчас я промазал, но важно найти, где там еремная ямка. Вот, и она даст, кстати, еремная ямка, есть плечи, которые пойдут тут. И они дадут этот перепад, да, покажут, что шея стоит спереди, а не сверху. И воротник очень в этом помогает. Вот там как раз я вижу, как линия воротника идет от плеча по поверхности, когда к ключицам, и, в общем-то, рисует вот, если то продолжить назад, то она рисует мне вот этот срез шеи, как она стоит и какой у нее наклон.
Вот. И тогда кажется, что вот эта линия плеч, она, ну, так, если мы так рисовали, то у нас бы голова, голова вот здесь, и было бы вот это огромное расстояние между головой и шеей. А и на самом деле вот эта линия плеч и вот линия подбородка, они часто совпадают. То есть вот идет плечо, и оно попадает в подбородок. Да, а вот здесь будет ключица и плечи. Вот, это неправильное представление, что типа есть плечи, шея, голова, как они друг над другом должны стоять. На самом деле там пространственно это сложнее. Ну вот, у нас осталось 15 минут до конца эфира. Мы тогда говорим Варе большое спасибо, что она нам очень помогла. А теперь я включаю комментарии, и вы можете писать вопросы, а я буду на них отвечать. Пишите свои вопросы. А пока... Пока вы пишете вопросы, я начну что-то говорить про курс. Да, я включил. Значит, про курс. Курс начнется в воскресенье. Это будет мини-курс. У нас такой новый формат, мини-онлайн. Обычно у нас были онлайны по 4, по 5 недель, где задание дается на неделю. А теперь мы стали делать онлайны по 2 недели. И там задание на 3 дня. И это довольно-таки здорово, потому что такой приятный темп, им можно больше успеть. Вот. А вопрос, каким линером я рисовал? Вот это такой линер, значит, производитель пилот, и он это пен называется. Вот. То есть он не просто ровный, там не просто круглый стержень, как у линера, а он скошенный. И поэтому он дает более богатую толщину. И у него толщина стержня 20 миллиметров. А, сейчас покажу. Вот первая работа. Она получилась более похожей, чем вторая. Вот, и еще про курс. 2 недели. Там 4 задания. И они все не про конструкцию, не про пропорции, не там, не про правильное рисование, а скорее про то, что мы называем выразительное рисование, что бы это ни значило. Вот. То есть там будут такие разные способы рисовать, просто рисовать портрет. Мы начнем с аппликации. Это я думал показать, но я не успел. Это первое задание про аппликацию, про знак. Вот. А потом будет про вот как раз линейное, то, что тут есть. Тоже я делал это второе упражнение. Потом будет про пятно. И в конце мы будем встречаться в зуме. И это наша любимая тема. Рисовать друг друга в странных шапках. Рисовать друг друга в странных шапках, это, кроме, во-первых, это просто очень весело. Но в этом еще есть польза. Значит, вопрос, обязательно рисовать с натуры? Да, лучше рисовать с натуры. По простой причине, что когда мы рисуем с натуры, мы рисуем форму. Да, у нас перед нами живой человек, объемный. Мы делаем из него плоскую картинку. И это совсем другой навык, чем когда я рисую с фоточки. Вот. Но почти у всех, я думаю, есть зеркало. И автопортрет это, ну, вообще автопортрет это лучший способ научиться рисовать портрет. Вот. Потому что, конечно, я понимаю, что и многим трудно договориться даже просто с родственниками, заставить их сидеть, позировать. Не все родственники дрессированы правильно. Да, если вы не художник, можно на курс. Если вы хотите рисовать,
Добро пожаловать. Это может быть иногда трудно, да, если нет каких-то навыков, но вот это будет, ну, там такие задания, которые, в общем-то, не очень требуют больших умений. Зеркало плоское, но в зеркале есть пространство. И когда я себя рисую, я двигаюсь. То есть я вижу себя не просто зафиксированно, как на картинке, а я вижу всегда себя чуть-чуть с разных точек. Вот, поэтому я не просто рисую, не просто срисовываю то же самое, что уже есть на картинке. Сколько стоит курс? Мне кажется, он стоит 6 тысяч, но там теперь такой новый прикол, что чем ближе к началу, тем он становится дороже. Вот, он стоит 6 тысяч и длится 2 недели. Можно по видеосвязи рисовать, но для некоторых заданий все-таки лучше и просто-напросто приятнее порисовать живого человека перед собой. Ну, вообще, за этот карантин я стал гораздо шире смотреть на вещи и нашел радости в рисовании по видеосвязи и в рисовании по фоточкам. Вот. Так что я думаю, можно извлечь пользу из всех этих упражнений, если порисовать и по фоточкам, и по видеосвязи, и, не знаю, покопировать чужие рисунки. Это все тоже может пойти на... тоже может сработать, но это не, все равно никогда не заменит натурное рисование, потому что это просто другое. Но действительно, в рисовании портрета есть момент, что страшно рисовать другого человека, потому что он хочет, чтобы получилось красиво и похоже, а это никогда нельзя гарантировать. Но тут надо привыкать. Вот. У меня был хороший опыт, когда мы только переехали с мастерской на Кузнецкий, мы выходили рисовать прохожих на Кузнецкий за 100 рублей. Тоже не знаю, что получится. Получится похоже. Ну, никогда никто не знает. Но надо сохранять уверенный вид. И даже если получилось плохо, все равно делать вид, что это хорошо. Вот, веду ли я рисование с натуры по средам? Не совсем знаю. Ну, когда у нас нормальная жизнь, у нас наброски утром. И я их веду. А можно рисовать в диджитале? Ну, вообще, наверное, можно. Да, я не против. Я просто не умею рисовать. О, ты, у меня связь пропала. Да, значит, в диджитале минус, что можно все исправить, и, ну, например, вот один из основных пунктов упражнения там с линией и то же самое с аппликацией, что исправить нельзя. Отрезал кусок, его обратно не приклеишь. Там провел линию, ее не сотрешь. А в диджитале я могу всегда нажать Ctrl-Z, удалить слой, и это мешает. Хотя иногда, конечно, это прекрасно. Вот, да, это Варя. Так, у нас еще есть 5 минут. Что, какие еще есть вопросы?
в портретной теме еще здорово, что она какая-то совершенно бесконечная. То есть можно к ней всегда возвращаться. И всегда будет интересно. И никогда нельзя, наверное, научиться до конца рисовать портрет. Всегда какие-то есть пункты. Ну, даже если он супер, там, точный, то он все равно может быть не похожим, даже если он вроде бы похож. Там какая-то черта будет не та. Не знаю, какая-то совершенно бездонная. И вот этот как раз контакт с живым человеком, по мне, ну, тоже добавляет этой глубины. Это не просто там предмет какой-то, а именно человек. И это не как в фигуре. Да? Потому что фигура, особенно когда она на подиуме стоит, она как-то больше превращается в объект. А когда перед тобой человек, и ты рисуешь именно лицо, то это что-то особенное. И, наверное, поэтому с портретом какие-то есть особенные трудности у всех. Короче, в портрете нас всех что-то очень цепляет. Вот. Что еще рассказать? Кто-то пишет, что у меня тишина, но меня слышно? Наверное, это мне писали, когда все зависло. Для кого применим этот курс? А ну там в описании написано, что, ну, вообще для тех, кто хочет портреты рисовать. И для тех, кто там, у него есть какая-то академическая подготовка, там рисовал гипсы, черепа, а потом, ну, он хочет как-то это разнообразить, то есть чтобы было не только построение и форма, а чтобы была еще какая-то жизнь, какой-то графический интерес. Вот. То есть это как бы для тех, кто уже, можно сказать, умеет рисовать портрет. Ну и для тех, кто не умеет рисовать портрет, это тоже подходит. Вот. То есть это может быть как способ просто начать. Например, со студентами в колледже, где многие считают, что они ничего не умеют, хотя это не всегда так, мы, например, тоже начинали с аппликации. Вот. А какими материалами можно рисовать на курсе? Там будет все написано, там первое упражнение про аппликацию, то есть это там даже не рисование, а это им будет нож, бумага, клей. Вот. Потом там будет про линию, это будет линер, карандаш, ручка. Потом про пятно, и там скорее про тушь, акварель, но можно будет какими-то мягкими материалами тоже. А потом завершающая тема, там чем угодно, можно все вместе перемешивать. Вот. Но там в описании все материалы, там даже что-то про количество сказано. Там это все есть. Так, и тут Игорь меня снова спрашивает про Digital. Я там уже говорил, но, видимо, это было пропущено. Значит, да, ну, можно попробовать. Я за. Но какие-то вещи могут не так сработать, потому что то, что есть в материале есть масштаб, да, то, что у меня вот есть именно лист А4, а не экран, который я могу приближать, удалять, как угодно. Потом есть не то, что я не могу ничего исправить, когда я рисую линером или когда я режу из бумаги. Вот, на компьютере этого тоже нет. Но, в общем-то, все эти принципы, которые мы будем разбирать, их можно и в диджитале попроверить. Я за. Будем шире. Вот. Че, какой-нибудь последний вопрос?
что-то про курс, что-то про вообще про портреты. Вот. Конечно, интереснее что-то более общее, потому что всякая организационная информация, она вся есть в описании курса. Там где-то, может, в шапке есть. Ну, короче, на сайте это точно есть. И где-нибудь в Инстаграме школы будет ссылка. То есть есть уже ссылка. И я какой-нибудь сейчас постик сделаю про курс. Вот, то есть там все эти описания, все про курс там есть. Пока у меня не сел телефон. Как я отношусь к стилизации? И не знаю, но это не, стилизация не очень, не совсем понятно, что это такое. Ну, вообще нормально. Там, то есть, это же нужно, там, если я делаю иллюстрации, то у меня должен быть какой-то общий стиль этих иллюстраций. Ну, то же самое, если делаю мультик, у меня должен быть общий стиль этого мультика. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот, ну, например, наш мастер в институте, он был всегда против именно самого слова «стилизация», потому что он говорил, что стилизация — это значит не то, что у меня есть какой-то стиль, там какой-то способ, какая-то степень условности, которую я выбрал, а это значит, что я стилизуюсь под что-то. То есть там, типа, я рисую иллюстрации в стиле Древнего Египта. Тогда это стилизация. А если у меня просто есть... Ну, есть просто степень условности. Она везде есть. Даже у Репина. Много говорят про стили, даже надоедает об этом говорить, но в любом случае он есть. Да, и, наверное, просто бывает скучно, если все прям совсем одинаковое. Но кому-то это нужно. Вот. Самый последний вопрос на полминуты. Ну, видимо, его нет. Вот там Инна ниже, в самом низу написала, что ссылка на описание курса есть в шапке школьного профиля. Также